Как и прежде, югорчане обязаны носить маски и держать социальную дистанцию. Работающие предприятия должны соблюдать повышенные меры предосторожности. Деятельность ряда организаций по-прежнему запрещена. Это стоматологические клиники, за исключением оказания срочной помощи, спортивные и развлекательные центры, массажные салоны и сауны, общепит. До 30 июня приостановлены прием гостей в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в командировках. Гражданам, прибывающим в Югру из Башкортостана, Дагестана, Якутии, необходимо иметь справку об отсутствии проявлений ОРВИ и контакта с заболевшими COVID-19. Постановление позволяет выходить из дома не только для покупки товаров первой необходимости, но и для подготовки, проведения и участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.